Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Жили-были себе старик и старуха. У них были сын и дочь. Сына звали Иванушка, а дочь Алёнушка. Вот старик со старухой умерли, и остались дети одни. Пошли однажды брат с сестрой на базар. Идут они по полям, по лесам. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Вдруг видят пруд, а около пруда пасется стадо коров. «Сестрица Алёнушка, напьюсь я водицы из пруда», — говорит Иванушка. «Не пей, братец, а то теленочком станешь». Послушался братец, и пошли они дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Вышли они к реке, а около ходит табун лошадей. «Ах, сестрица, если б ты знала, как мне пить хочется!» «Не пей, братец, а то жеребеночком станешь!» Иванушка и на этот раз послушался, и пошли они дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Шли они, шли, видят озеро, а около него гуляет стадо коз. «Ах, сестрица, мне страшно пить хочется, напьюсь я водицы из озера». «Не пей, братец, козленочком станешь». Не вытерпел Иванушка, не послушался сестры, напился водицы из озера и стал козленочком. Алёнушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою. А сама идет, горько плачет, слезами заливается. Козленочек бегал, бегал, да забежал к царю в сад. Люди увидали и тотчас доложили царю, что у него в саду козленочек, и держит его на поясе девица, такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Царь приказал спросить, кто она такая. «Так и так, — говорит Алёнушка, — были у нас батюшка и матушка, да умерли. Остались мы, дети. Я, да вот братец мой, Иванушка. Он не утерпел, напился водицы и стал козленочком». Люди доложили все это царю. Царь позвал Алёнушку, расспросил обо всем. Она ему приглянулась, и царь захотел на ней жениться. Скоро сыграли свадьбу и стали жить-поживать. И козленочек с ними гуляет себе по саду, а пьет и ест вместе с царем и царицей. Вот поехал царь на охоту. Тем временем пришла колдунья и навела на царицу порчу. Сделалась Алёнушка больная, худая да бледная. На царском дворе все приуныло. Цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава блекнуть. На другой день царь снова уехал. А колдунья опять пришла и пообещала вылечить царицу. Она отвела Алёнушку на берег моря, навязала ей на шею камень и толкнула в воду, а сама оборотилась царицею и возвратилась во дворец. Царь приехал и обрадовался, что царица опять стала здорова. Собрали на стол и сели обедать. «А где же козленочек?» – спрашивает царь. «Я не велела его пускать», – говорит колдунья. «От него так и несет козлятиной». Когда царь снова уехал, колдунья начала козленочка бить-колотить и грозить ему. «Вот воротится царь, я попрошу тебя зарезать». Приехал царь, к
колдунья так и пристает к нему. «Прикажи, да прикажи зарезать козленочка. Он мне надоел, опротивил совсем». Царю жалко стало козленочка. Да делать нечего, так она упрашивала, что царь, наконец, согласился и позволил его зарезать. Видит козленочек, уж начали точить на него ножи булатные. Заплакал он, побежал к царю и просится. «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать». Царь пустил его. Козленочек прибежал к морю, встал на берегу и жалобно закричал. «Аленушка, сестрица моя, выплынь на бережек. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». И она ему отвечает: «Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет, шелкова трава ноги спутала, люто змея сердце высосала». Козленочек заплакал и воротился назад. Посередине дня опять просится он у царя. «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать». Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю и жалобно закричал: «Аленушка, сестрица моя, выплынь на бережек. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». Она ему отвечает: «Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет, шелкова трава ноги спутала, люто змея сердце высосала». Козленочек заплакал и воротился домой. Вот попросился козленочек и в третий раз: «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать». Царь отпустил его, а сам думает, что бы это значило. Козленочек все бегает на море. Пошел он за козленочком следом. Приходит к морю и слышит: козленочек вызывает сестрицу. «Аленушка, сестрица моя, выплынь на бережек. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». Она ему из воды отвечает: «Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет, шелкова трава ноги спутала, люта змея сердце высосала». Козленочек опять начал вызывать сестрицу. Аленушка всплыла кверху и показалась над водой. Царь ухватил ее, сорвал с шеи камень, вытащил Аленушку на берег, да и спрашивает, как это сталося. Она ему все и рассказала. Царь обрадовался. В саду все зазеленело и зацвело, а козленочек так и прыгает. От радости перекинулся он три раза через голову и снова обернулся Иванушкой. Колдунью приказал царь казнить. Разложили на дворе костер и сожгли ее. После того царь с царицей да с братцем Иванушкой стали жить-поживать и добра наживать.